От него увернуться. Ой. Блин, не. О, так не надо. Миш. А он сейчас вот по кругу. Надо почечку сделать. Ложись. Тихонько. Я потерял его. Не, я вижу. Тебе кто-то звонил. Как посадить? Сажай теперь его. А сколько топлива хватит? Не надо говорить такое плохое, надо говорить хорошее. Так уже фигуру высшего пилотажа пошли, да? Сейчас почечку. А президента Путина пригласили? Хотя бы президента Кременчука. Не-не-не. Садитесь. Ой, Миш! Тихо. А как скорость поубавить? Нет, надо потихоньку, да, снижаться помедленнее и уменьшать скорость. Миша вас не слышит, походу. Здесь надо очень... Тихонько. Траву его опасно садить. Да, вот траву нельзя. Миланочка, иди сюда. Надо на землю аккуратно. Да, тихонечко и снижай. Сажай его, может. Да, и скорость уменьшай. Надо выбрать место поровнее. Здесь, я, наверное, попробую садить. Милан, отойди! Уходи сюда быстренько. Ветер в какую сторону? У нас ты вот справа, справа от тебя. Не так надо полетел. Это уже пилотаж. Ой. Тихонько. Садишься? Дай сюда. Что-то никак не сел. Не, его надо вдоль садить, не поперек. Его надо как-то притормозить. Вдоль. Если сейчас разобьется, будет очень. Самая сложная посадка. Но траву точно не стоит. Не уверен, он держит. Мне кажется, он на меня летит. Алло. Мы самолет тут запускаем на поле. Э, там уже место нет. Машину! Все, сел, супер. Да, мы тут на поле. Ага, да.